Это моя мечта с детства. А там внизу вообще все! Это было просто что-то с чем-то невероятное. Да, не скрою, было стрёмно прыгать в эту бездну облаков. Потрясающий выброс всех гормонов, преодоление своих страхов. Даже испугаться никто не успел, особенно я. Участвуйте в волонтерских поездках, и вы окажетесь на моем месте.